Всем привет! Это Экофлора. Это наш любимый магазин, где для нас, для двух чатов Орхидеи Омска и Орха Вселенная привозят орхидеи. С пылу с жару красотка Эсми. Она восковая, она невероятная. И я давно ее не видела. Когда я только захожу в Экофлору, смотрю, что же нам привезли. В первую очередь, конечно, оцениваю качество. Вы убедитесь, сегодня орхидеи пришли в идеальном качестве просто все. Дорога есть дорога, бывает всякое, но этот раз не поступление, а сказка. Как всегда, что-то полито, что-то просушено. И учитывая, что часть орхидей разъедется по России, политые орхидеи нужно перед отправкой просушить. Отправляемы поездом и посылками. Я покажу, кто будет заниматься посылками в конце. Sunset Love. Какая же она красотка! Цветы не крупные. Она ароматная. Она красивущая. И я прям счастлива, что они приехали. По поводу свободных орхидей все узнавайте у Юли. Теперь два чата. В основном все разбирается сразу. 12-й горшок тоже, видите, полито. Вот такое деревце. Мне в прошлый раз не понравились мои съемки под лампами. Носила специально на дневной свет. Хочу вам показать всю прелесть каждой орхидейки. Это мутанты. Бабочка пилориковые, мутантные цветочки. То, чем я совершенно не больна. Но знаю, что девочки их очень-очень ждали. Многие их любят. Вы не представляете, в каком качестве пришли эти мутанты. Посмотрите, сейчас я вам покажу. Представляете? Море просто цветов, прям тяжелый. Вот горшочек держишь, он тяжелый. Не знаю, пилорик это бабочка. Я даже сильно и не вникаю, особенно трилипс пилорик. Видите, корней море. Как правило, все мутанты не дешевые. И этот не исключение. Но тут есть за что заплатить. Я люблю снимать видео, когда орхидеи в идеальном качестве. Представьте, какая красота. Цвет невероятный. Дело не в мутации, дело в том, что очень пышные кусты и цвет божественный. Он очень красивый. Я всех поздравляю, кто их купил. Что нам поставят Льюис Берри? Кто бы мог подумать? Галя Панова у нас занимается прайсом. Little Flash. Было подписано в прайсе и была вот такая картинка Льюис Берри. Давай рискнем, давай рискнем. Никто до последнего не верил и не знал, что придут к нам Льюис Берри цветущие.
когда Юля скинула утром фото, я была в безумном восторге. Летела просто в Экофору. Вы представьте. Не подросток Азии, а цветущий Льюис Берри в 12-м горшке. Вот так хорошо заполнен горшочек корнями. Дома цветет пышно, на себе проверено, доращивает бесконечно цветоносы, дает их с ответвлениями, несмотря на то, что я почти не удобряю. Благодарнейшая орхидея, невероятно красивая и ароматная. Они будут и на следующее поступление. Что сказать про Dusty Bell? В общем, вы, наверное, слышите. Меня сегодня не остановить. Dusty Bell мы заказали 2 поддона по 12 штук. Это лишь часть. Как она пахнет. Как она пахнет. Как приятно наклоняться над ней, когда ее снимаешь. Красивые цветы. Невероятный аромат. Она неоновая, она реально светится. И без подобной расцветки у нее еще и листья. Вот такая вот попалась один цветонос бабочка. Не знаешь, как она дома зацветет. Вот он лист. Листья у них, как мы говорим, пластиковые, такие плотные. Представьте, какое поступление. Поступление, восторг. Зорро. Зорро очень приятно снимать. Причем он красиво спереди и сзади сам цветочек. Смотрите. У нас уже летает вовсю тополиный пух. Я живу на левом берегу, почти нет тополей. А Экофлора на правом. На правом вовсю уже пух. Согласитесь, какая она? Фотогеничная дама. Яркий, очень яркий такой оранжевый язычок. Думаю, Зорро – это та орхидея, которую любят все. И в микс ее, естественно, не купишь. Хотела корни показать. Хорошая кора. Я бы такую не пересаживала. Зорро нет свободных. Эквестрис. Была такая немножко странная картинка в предложении, но мы все сразу узнали. Это эквестрис. Эквестрис дает до 15 деток. Проверено. Марина скидывала сообщение, что у нее 15 деток дала эквестрис. Дома охотно цветет. Как правило, цветоносы с точки роста. И вы видите набитые упаковки цветами. Это я всем мешаюсь. Люди ходят, а я вот так, чтобы показать вам при дневном свете. Оптовики носят коробки, и я тут мешаюсь. То встану, то сяду. Видите, какая прелесть. Скажите качество. Замечательное. Каждая орхидея доехали превосходно.
Без кота и жизнь не та, это мы уже все знаем. Котов заказываем всегда, когда они от хороших садовников. Юля за этим тщательно следит. Шикарные темные котики. Один цветонос. Но вы видите, сколько ответвлений. Тоже прекрасно знаем, что и доращивает цветонос, и зацветает дома без проблем. Очень долго цветет. Красивые такие в крапушку у него бутончики. Бутоны при покупке, как правило, не сушит. Не орхидея, а чудо чудесное. Это дикий кот. Ну и еще раз расскажу. Это магазин Экофлора. Экофлора по нашим заявкам, по предложениям от Юли, привозит нам орхидеи, которые мы должны разобрать в первые 2-3 дня полностью все поддоны. Привозят они только поддонами. У нас теперь все отлажено. Вот она, Лариса. Она составляет списки. По этим спискам она каждому, вот видите, оставляет орхидею. Хозяйка вот этого кота оплачивает Юле на карту Сбербанка стоимость. Это же наша Лариса. Она вообще теперь незаменима. Еще и отправит вам посылку. Вот она, Юлечка. Кстати, отвечает девочкам из чата. Иногородним. Ну все, ценник. Пока-пока.